Давай, бэ, давай, давай. Пальба по мне, пальба по мне. Привет! В этом ролике вы увидите новые подсадки и лайфхаки на карте Sandstone. Видос получился, как всегда, годным, поэтому набираем 20 тысяч лайков, и я сразу начинаю снимать новые подсадки и лайфхаки на провинции. Также в конце ролика вас ждет конкурс, поэтому смотри до конца. Ну а мы начинаем. Давайте попробуем сейчас все за ментов зайти. 1, 2 и 3. О! Да ну нафиг! Не поверили! Вот это контент! Идите сюда, на КТ идите, я покажу кое-что. Давайте, давайте. Быстрее, быстрее. Работает спецназ, алло, ты чё встал? Бля, все голову вниз, все голову вниз. Посмотри на этот спецназ, блядь, бедняги. Короче, смотрите, мы немного не так встали, надо, чтобы чё вот этот сюда прям подошёл. Пороки только. Ну, не по таймингу, офигенно. Мы все равно не по таймингу. Ну, типа, надо пару раз отточить, и будет топово. Идите сюда, вот сюда встаньте, я вот тут хотел бы пробовать еще. Мат вам говорит. Тут, в принципе, четвером должно получиться. О, нифига, имба. А, сити вижу, спуск вижу, сити. Могу уничтожать. Короче, все. Вообще имба. Вот, смотрите, что я еще хотел. Идите сюда на мид. Я не пересаживаюсь ни в коем случае. Туда, вчетвером можно. Короче, пятый будет чекать вот эту позицию, чтобы отсюда не пришел никто. Давайте вот тут еще попробуем, вот сюда встаньте. Тут вдвоем уже видно ТСА, читай. Троих тут достаточно. А стой, а что будет, если в пятером? Тут вообще фул тут Б дом можно ебашить только так. Мне кажется, тут ТСА еще видно. А ты ТСА видишь? ТСА видишь? Не, не совсем не вижу. Там чуть-чуть мешает одна фигня. А если попробуй прыгать обоим, попробуй прыгать, да. А, ну короче, тут можно прыгать просто и говорить инфу. Вот, смотрите, что я еще хотел показать. Вот, смотрите. Вот сюда, да, за мной, вот сюда. Да, ебать, дверка, дай. Я уже считаю, Дмитрий. О, я вижу тоже отсюда. По факту, на вот этой позиции можно вчетвером. Один будет тоже чекать что-нибудь, чтобы с Б не прошли, например. Я придумал, идите сюда все. Сюда вставайте. Просто двигайтесь. Просто двигайтесь немного. Профессор. О, отсюда можно уничтожать вообще нормально. Сейчас надо еще что-нибудь прикольное, по-любому что-то еще. Согласен, о, я придумал. Вот с этого угла уничтожать лонг. Санек из туалета урчит. Да не, тут четвером, я говорю. Да, давайте четвером. А, ну в принципе, да, вот так можно. Уничтожать полностью лонг. После тренировки всех подсадок мы сразу пошли в матчмейкинг. О, все, наконец-то. Альты в 4, Данька. Мне чел пишет, как в детдоме детства провел. Скажи, а ты чё, сосед мой, чи шо? Так, первый раунд играем. Просто играем? Да, по дефолту первый раунд, а со второго раунда начинаем подсадку на сити делать. Ой, за мной выехали. О, мне бомбу скинули. Найс. Он снизу, снизу. Не слей Тиму. Дима, добей его нахуй. А, Дима! Ясно, он вас уничтожит, забей. Ясно. Я подождал. Сайт прошел. А я упал, забей. Заново, можно начинать. Чекай, что они пишут. Это что было? Давайте еще раз так же, только фастом. Пальба по мне, пальба по мне. Все, забей. Идут, идут, идут. Спина. Ай, рассыпались. Все, забей, я затащил. Уничтожил. Да. Хитмаркер был, урона нет, то подъем. Твой клатч. А. Пару хитмаркеров было, но минус 24 дал. Пошлите подсадку, где на миду вот в углу. Все, найс, чека. Убивайте мид. Убивай, бэ, давай, давай. Лучше, лучше. Найс. Так, где мы еще можем сделать, я не помню. А, я придумал. Вот давайте отсюда вот в пятером запустимся или в четвером, не знаю, чтобы окно чекать. Все, я фонтан вижу. Они я прошли. Тоже чекаю. Нифига, я убил. Найс. Че, где опять становимся? Пока нигде, сейчас пока уничтожаем. О, лайки. Они на бафон пытаются заходить. Двое коннектор будет идти на бафон. Все, я затащил. Ой. К сожалению, подсадки затеров оказались куда сложнее, чем мы думали. Но у нас все-таки получилось спустя пару каток. Все, давайте пистолетку выигрываем. Кухня до спальни пробежался, голова закурнулась. Так, все, я затащил. Ой, бедолага, попасть не может. Я хотел вот... Саня, ты забил, добил моего. Куда мы идем? Под Б буст. Вот сюда, вторая лесенка. Что, где-то что-нибудь? Пока не особо. Блять, ну зачем? Пиздец, я там типа почти убил, и Саня, блять, падает.
Я не знаю, как вообще это возможно записывать. Да и не вообще это. Я реально не знаю, это такой дильт, уже пятый раз одна и та же херня. Ну да, конечно, он сейчас уже не выйдет, будет сидеть до последнего, прятаться. Прыгай просто. Все, давайте, стойте. Убил, найс. Найс. Саня, чекаешь мид? Да, чекаю. Найс. Так, увижу. Найс! Все, я убил двоих. Покупайте смоки, кидайте ровно их в этот бокс и пошлите подсадку на коробочку. Спасибо. Чекайте, чтобы они не прошли с туннеля. О, они нашу подсадку делают. Найс, чекайте. Вопросов не имею. Все, записали этот момент, хватит. Не, сейчас битва подсадок будет, забей. Давай. Давайте, сейчас будет нереальный контент. Жигуль застрял. Блять, ну почему так происходит? Давай быстрее, вон не там стоят. На, блять, убил. Так, давайте. Давай, они стоят. Жду их. Мы рассыпались один? Все, я убил. Убил. Еще один убил, изи. Все, найс. Спасибо за просмотр. К сожалению, мы не смогли реализовать все подсадки затеров, но даже этих подсадок хватило, чтобы ввести противника в шок. Прошу не забывать ставить лайк, ведь все зависит от вас, выйдет ли следующая часть подсадок или нет. Теперь о конкурсе на 3 Gold Pass. Чтобы принять участие, необходимо подписаться на группу ВК и сделать репост поста с розыгрышем. Итоги 28 июня. А пока что я прощаюсь с вами до следующего ролика. Like an ocean, bust it open, motions in tank.